Настоящий спортивный праздник для особенных детей прошел минувшие выходные в спортзале лицея. Сегодня в рамках муниципальной программы «Адаптивная физическая культура» проходит мероприятие «Веселые старты» среди детей с ограниченными возможностями. Это мероприятие у нас проходит 3-4 раза в год, да, то есть, но мы также будем проводить не только спортивные мероприятия, но также и культурно-досуговые, да, то есть, чтобы у нас детишки развивались не только физически, но и духовно, в том числе и нравственно. В веселых стартах, организованных для детей с ограниченными возможностями здоровья, принимали участие ученики школы номер 2 и ребята, занимающиеся в городском спортивном клубе адаптивной физкультуры «Олимп». Ребята приняли участие в веселых эстафетах, проявили свое спортивное мастерство и показали высокие результаты. В этот день ребятам, доказавших свою способность побеждать и преодолевать самые трудные преграды, были вручены заслуженные награды. Скажите, пожалуйста, вот сегодня вы как судья, по каким критериям оцениваются команды? В первую очередь это, конечно, сплоченность команды, то, как они взаимодействуют друг с другом, помогают. Также, например, смотрят, подсказывают это. То есть мы тренеры, мы оцениваем, конечно, и ловкость, и быстроту, да, умение как-то передвигаться. Но важно то, что они едины, потому что это командное соревнование, и они это понимают. Праздник прошел весело. Дети с большим удовольствием принимали участие во всех эстафетах. Участники команд показали ловкость, силу, быстроту и желание выиграть. Все вы большие молодцы. Я увидела, что у вас А для их родителей, воспитателей, тренеров главное, что у детей появилось стремление заниматься спортом.